Сергей Сесаренко сейчас напоет и наиграет на стихотворение «В чем смысл жизни». Автор Ярослав Старухин. Да, ну вот, вчера я занимался там делами, Ярослав мне прислал, говорит, ты очень хочу, чтобы мне нужен музыку. Вот. Я объясняю еще раз, я ничего не сочиняю, просто беру этот текст, раскладываю, потому что звуки речи это есть ноты, раскладываю в мелодике, в аккордике, где ритмический ряд совпадает, я то акцентирую, и она, соответственно, мне выстраивает, как это должно исполняться. Вот. Не всегда нравится авторам, потому что они этого не видят часто, потому что как бы для них это какая-то своя личная проекция. Вот. Но в данном случае это как бы хозяин-барин. Но тут еще получилась такая ситуация, так как я это получил по телефону, а там это все вместе, то название «В чем смысл жизни», да, которое вверху находится, оно вошло в текст. И получилось, что часть строчки выскочила в припев. Вот, и возникла такая, ну скажем, конфигурация, которая требует осмысления. Да? Но потом он мне сказал, что это название было, а ты его взял и в текст включил, да, и получается как бы не это самое. Ну, мы отбросим это, да, и начнем. Так, я начну сначала, да. В чем смысл, мне трудно настроить скорость, в чем смысл жизни? Утром проснулся, глаз открыл, не спеши. Мысленным взором себя облети, Бога Вселенную себя благодари. Всевышний нам дал все возможности мира, волшебником сделал фактически нас. Отбрось все сомнения, метания мимо, стань сам Богом, как Всевышний создал. Владимир Высоцкий.
Морфеус проснулся, пешит Олег Москаль. Да. Ну вот. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, со мной трудно композиторам соревноваться. Почему? Потому что они соревнуются с самой природой, не со мной. Просто я понял этот алгоритм, но я ни в коем случае не покушаюсь на их индивидуальное творчество. Напиши, уходит Дранояра, уходит, да. Напиши почту, куда тебе писать. Ну, вот здесь вот напиши поэту. Так. Так, стоп, снято, это было... Импровизация Сергея, буквально второе исполнение на стих «В чем смысл жизни?». Будем над этим работать и позже представим в хорошем варианте. Стоп, снято. Значит, писать можно на почту Сергея Снесаренко. Вот она почта. Да, указана. Или Ярославу Старухину. Стоп, снято пока.